Гришка-ребятишки, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую серию снайперов, где сегодня... Эдисон! Чё тебе надо, ёпты? Возвращай корону снайперов! Какую корону? Возвращай! Какую корону? Возвращай! Да я серию начну! Возвращай! Ты опять со своим стволом пришел, да? Не дам! Сейчас, у меня тоже ствол есть, не дам ничего! Жека, уходи, ничего я тебе не дам! Я никуда не уйду! Уйди! Ты у меня на мушке, я никуда не уйду! Не дам я тебе корону снайперов! Идиоты куска. Он меня чуть не убил. Он меня чуть не убил. Ребята, ставьте лайкусики прямо сейчас, если хотите продолжение снайпера. Давайте наберем хотя бы, ну, если наберем 30 тысяч лайков, я сейчас сразу же выйдет новая серия. Па-па-па-па-па, даже не подходи к моей комнате. Все, ставьте лайкусики, а мы погнали, давайте. Тут мне уже угрожали до серии. Игорь мне угрожал то, что он сегодня выиграет. Я не угрожал, он ничего не доказал. Не-не-не, ты угрожал, ты у меня все записано, но я просто это вставлю. Попа-повеляйка, ты с этим ничего не докажешь, понимаешь? Я докажу. Ты угрожал мне. Ты сказал то, что ты сегодня выиграешь, поэтому давай забирай корону. Давай, забирай, я тебе ее отдаю. Я говорил, я вообще, я у меня вообще тут нету пока. Встаньте от меня, что вы все ко мне пристали? Блин. И... Ага. Так, теперь он кто стреляет? Я видел Игоря. Зашибись, 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 зашибись. В смысле? Это не зашибись. Чё не зашибись? Это не зашибись, когда Эдисон кого-то видит. Твою мать! В смысле? Я такой вылезаю, смотрю, Эдисон стоит передо мной. В смысле? В смысле вылезает, не вылезает? Кого ты видел, кого ты не видел? Ты меня тоже видел. У меня снайперка не открывается, пацаны. Чё-то ничего не понимаю, ничего не понимаю. Не открывается прицел. Да-да-да. Откуда? Как? Ты перебежал куда-то? Я под тобой был, Жек. Я тебе в пятку выстрелил, в пятку, понимаешь, да? Ты тут нет, ты вот сейчас на том же месте стоишь. Я уже сюда забрался обратно. Вот ты два, только есть я, но куда вы смотрите, мой дорогой мистер друг? В смысле? Мистер друг. Мистер друг. Мистер друг. Это было эпично. Сейчас мы разыграемся, это был пробный раунд. А ну хорошо, давайте второй раунд, давайте. Это вырежешь. Хорошо, конечно, естественно. Хорошо. Серьезный вопрос. Я вас понял. Не надо, пожалуйста, серьезный вопрос. Я понял, кем ты являешься, что ты за сущность. Не надо, пожалуйста. Не понял. Чего? Серьезный вопрос хотел задать. Опа! Что? Да откуда ты знаешь, что я там, алло? Ну, в смысле, я тебя увидел, я выстрелил сразу. Да иди ты в жопу, ты знал, что я там сижу. Все, где как ты это сделал? Откуда я знаю, где ты сидишь? Куда я знаю, ты как-то сделал это? Чё за клевета? Чё за клевета? В смысле? Невозможно! Я тебя почему я тебя раньше заметил, и ты меня убил быстрее? Да откуда? А, нормально. Нормально, нормально. Нормально. Я скоро не могу приходить на серии. Всё, я увольняюсь. Забирай, я не могу дожить. Забирайте мои значки. Пацаны, извините, но я не хотел, честно. Я исправлюсь, я честно исправлюсь, я больше так не буду. Поверьте мне на слово. Хорошо? Он еще выпендривается, посмотрите на него. Стой, я бы точно мы увольняемся. Игорь, я прошу, пошли. Я прошу. Я ухожу. Прощение, я прошу. Я не могу никаких актеров, понятно? Все. Все, давайте, давайте, третий раунд, давайте. Ой, сейчас будет очень сложно. Честно вам скажу. Ладно, он нам заплатил нормальную такую сумму, поэтому мы решили остаться еще на один раунд. Но мы все равно увольняемся. Все равно помню об этом. Игорь, ты же со мной? Да. Умоляемся. Бай, кот, бай! Игорь, не трогай. Игорь, понимаешь, как я с этим после... Все, отстань. Я только вылезти успел. Я не знаю, как он знает, где я сижу. Все, мне кажется, это... А, он знает, где я сижу. Он уже выстрелил по мне. Откуда я знаю, где ты сидишь? Как он это делает? Объясни мне вообще. Yeah.
Я честно говорю, мне реально как будто читы в этой серии. Ну, ладно. Хорошо, ничего не буду говорить, пацаны. Ну так, 3-0-0, давайте еще хотя бы 2 бонусных раунда. Ну что это за хрень? Давай, переигровка. А бонусные раунды, чё, бонусные раунды в любом случае мы уже не выиграем. Нам уже нет стимула. Бонусные 3 раунда тогда. Ну давайте бонусные 3 раунда, хорошо. Все, тогда нормально. Шо? Да, подожди. Это как? Ну давайте бонусные 3 раунда, хорошо, давайте. Чтобы типа хотя бы была возможность. Хотя бы, да. Давайте. Игорь, мы друзья! Дебил! Дебил, ты меня предал! Ты предал меня, Игорь! Да ты на меня напал! Это чё? Ты на меня напал! Ты дурак, ты на меня напал! Ты с одного удара меня зарезал! Это чё сейчас было? Я вообще не понял, кто где, откуда раунд, когда раунд закончился за 10 секунд. Игорь, объединяемся, короче. 4-0-0. У вас есть еще шанс на победу, пацан. Какой? Что такое, пацаны? Кирпич. Вон кирпич. Красный. Опа. Здорово. Откуда? Как вот как. Я даже с места не сдвинулся. Вот. Я просто. Я смотрел в пол. Я смотрел в пол и ждал, пока кто-то кого-то убьет. Зашибись. Да, вот это дела, пацаны. Я, конечно, все понимаю, но я не понимаю, как это выиграть. Мы на дизморали, я понял. Так, что-то остается прежним, что-то остается прежним, все нормально. 4-0-0. Дайте мне балл, пожалуйста. А, то есть 5-1-0? Да, все. 4-0-0, все нормально, продолжаем. Я хоть убил, я убил, видели, я убил. Нормально, вообще нормально. Ты вообще нормальный? Я нормально. Ну, смотрите, с одной стороны хорошо то, что... Ой, кто это стрелял, я откуда? С одной стороны хорошо то, что я выиграю, но с другой серия длится очень мало. Я бы как-то описывал. Давай, давай, попади в меня, давай! Давай! Сейчас свобода, да, чё, свобода, давай! Я тебя даже не вижу, чё ты орёшь? Давай! Стреляй, стреляй, давай! Чё, давайте убейте меня, вот правильно! И откуда это было, Игорь? Здорово! Нихуа! Ты где? Ты где был? Как ты меня оттуда увидел? А вот так торчал за убежку, я не сюда лошара. Ну хорошо, хорошо. Давай, где? Да он что, бегал раундом на всю комнату, на всю хату. Давай, давай, выходи. Давай, вот сейчас выходи, давай. Давай, давай, выходи. Я вообще молчу. Ой, ой. Ой, я случайно выстрелил. Где он? Ага. Вы очень близки друг к другу по центре. Мы прям близки. Вы прям очень близки друг к другу, все об этом уже знают. То есть, Чем ты это скажешь? Я сказал, что мы близки. Я не могу понять только одно, Эдисон. Вот как он меня с лестницы убил, хотя с лестницы типа там невозможно... Ну он ноускопом просто, да, Жека стрелял? Ноускоп, понимаете, ноускоп. Там с лестницы вообще попасть невозможно. А он попал. У нас, если вы понимаете, это уже финальный раунд. И в который ничего уже не решает. Ну, возможно. Самооценку вашу поднимет, я не знаю, ну что в этом роде. Я тебя уже 2 раза убил, мне достаточно. Все, я свою миссию выполнил. Пока. Я суицидаюсь. Ты, конечно, и... А, то есть и Жека тоже, ага. Естественно, что тут играть-то? Кто стрелял? Что тут играть-то? Все! Шо все? Я знаю то, что ты меня видел, Жека, шо все? Мы победили, все. Мы победили, ура! Ура, я бой! Я бой, ура! Что происходит вообще, пацаны? Это по мне стреляют, понимаешь, по мне ведут огонь. Ой-ой-ой, стреляют, стреляют. Сейчас убью, смотри. 3, 2, 1, пау! Пау!
Игорь передо мной стоял, я... Вот ты собака, конечно, Жека. Там миллисекунды не хватало, чтобы я в него выстрелил. Воу-воу-воу, Жека, опасно, опасно, куда стреляешь? В себя. Ногу предупредительный. Свою. Что ты лошара? Песня! Давай вылазь, говно, песня! Песня, сам песня. Вот так, да. Подожди, а какой еще? А, у Жеки 2, да? Да. 4-2-0. 4-20, пацаны. Ой. Я убил этого матерого придурка. Я за тебя экрана плел. Это намек на следующую серию, вы понимаете? В общем, вы знаете, что нужно делать. Ставьте огромный лайкусик прямо сейчас на эту серию и подписывайтесь на канал, если хотите продолжения. Будет много лайков, будет много серий по снайперу. Я вам обещаю. Счет 4-2-0. Корона остается на мне. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи и всем пока. We'll be right back.